Гатти поменял стойку в одну сторону, в другую. Все без толку пока. Нельзя останавливаться. Надо действовать, раз Гатти так себя ведет. Раньше на него опасно было идти. А сейчас он, как видите, и Гомес это почувствовал. Начинает атаку. И в принципе в любом другом бою, если бы противник носил другое имя, сейчас бы рефери уже вмешался бы, я так думаю. Но снять Гатти? Нет. Но это никто не отвалится. И все ждут чуда. Все ждут момента, когда Гатти наконец взорвется. Сколько таких случаев было в карьере Гатти, когда он уже почти ничего не понимал. Уже был на грани страшного поражения. Вот все те пропущенные удары сказались. Вот это сенсация. Гомес, который наверняка был избран легкой жертвой для Артура Гатти, нокаутирует легенду мирового бокса. Да, столько ударов, сколько Гатти пропустил за свою карьеру, я думаю, никакого здоровья не хватит у самого сильного, самого мощного спортсмена. Тут истерика в зале. Вот такие случаи бывают все-таки в ринге. Никто не ожидал такого. Несоизмерим статус, престиж, как бы уровень Артура Гатти. И вот этого парня из Гвадалахары, который всего-то 16 раз побеждал на ринге. И вот что произошло. Такое ощущение, что Гатти впал в какой-то ступор под атакой противника. И все ждали, когда же, наконец, Гатти взорвется. Когда же он, наконец, ударит. А с ним это бывало. И не дождались. Многие считали, что Гатти давно нужно было покинуть ринг. Давно. Наверное, это великое искусство понять, когда нужно наконец уйти. Гатти, который был автором многих интриг и драм в ринге,
не понял, когда нужно уйти. В седьмом раунде Альфонсо Гомес нокаутирует легенду мирового бокса Артура Гатти. Как жаль, скажу я вам откровенно. Да, Гатти, это действительно было... Наверное, это уже штампом стало, но все-таки это была эпоха. Гатти был магнитом, Гатти был аттракционом, Гатти был любимцем публики. Он рисковал в каждом бою. И за этот риск, за его храбрость его любил. Но в этом бою Гатти был не Гатти. Он не был похож сам на себя. Он потерялся. Результат, наверное, закономерен. Гомес прав, когда говорит о том, что, в общем, Гатти надо было бы снять пораньше. Слишком много ударов он пропустил, но рефери, видно, любил Гатти, поэтому не остановил. Are you saying that you were running out of gas because you were throwing so many punches? Yeah, a little bit. I didn't want to like run out of gas and then maybe he can continue the next round and you know I made that mistake, kind of like Oscar De La Hoya does sometimes. Did you have any fear of doing that? Да. It is Arturo Gatti. Чувствуете, что Гатти выдыхается? Well, you know, I kind of felt his punch in the first round. Я сам начал выдыхаться, говорит. Like, вот. Есть такое американское выражение: кончился бензин. Вот. Но, в общем, сохранил силы. Both of your fists seem to have homing devices on them. You hit him so easily with both hands throughout the fight. The left jab, the straight right hand, you even mixed in hooks to the body. Why was it so easy to hit him? Because we practice that. We practice a lot of jabs, a lot of working on my distance, not his distance. Вы, говорит интервьюер, так легко попадали в него обеими руками, и джебами, и ударами справа, и ударами по туловищу, и крюками. Как это вам удавалось? Тут, говорит, много практиковались перед боем. A Gatti who was at the end of the line. How do you respond to that kind of commentary? Nothing. No, I don't respond to anything. I just do my job. Да, правильно говорит этот парень. Мне он, честно говоря, нравится, его отношение. Я первый раз слышу умные такие ответы. Он говорит, а будут вас обвинять, что вы побили старого Гатти, Гатти, который явно не в своем весе выступал. Как вы будете комментировать эти обвинения? Он говорит, никак не буду комментировать, я просто делал свою работу, а Гатти пытался делать свою. He's my idol, he still is. And when I was a kid, I always dreamed about taking his place as a Mexican idol. But now his kid wants to do it, so how about we fight for it and see who actually is the next Mexican idol. Congratulations, Alfonso. Bob. Ну вот, поздравления. Наконец-то кончилось это интервью. Молодчина, Гомес, ничего не скажешь. Вот этот момент, который ставит точку в карьере, длинной карьере Артура Гатти.